Стала известна дата открытия посольства США в Иерусалиме. Посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим перенесут на 70 годовщину основания государства. Это официально подтвердили в США. Администрация президента Трампа планирует открыть новое посольство США в Иерусалиме в мае. Это в пятницу, 23 февраля, подтвердил Государственный департамент США. Отмечается, что открытие совпадет с важной годовщиной страны. В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет совпадать с 70-летием Израиля, говорится в сообщении ведомства. В Иерусалим перенесут посольство, которое сейчас находится в Тель-Авиве. О намерении перенести американское посольство в Израиль Трамп объявил в декабре прошлого года одновременно с признанием Иерусалима столицы Израиля. Такое решение вызвало массовые протесты в исламском мире. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.